В Липецке всегда были своеобразные чиновники, которым, ну, как-то не везло с дорогами. Особенно если вспомнить мэра города. Давайте посмотрим эту незабываемую классику. Я думаю, до 1 ноября мы с вами придем на эту трассу, красивую, и тогда уже и движение откроем здесь. 15-го, еще раз говорю, как погодные условия будут, мы с вами должны запустить там движение. А в чем первое? Автобусное. Первого почему не удалось открыть? Пообещали, что первый откроет. А кто обещал? Вы. Я? Посмотрите в свои эфиры. Мы все, и Иванов вам говорил. И это по графику, коллеги, 15-20 ноября это везде было. Ну что вы пристали с этой дорогой? Ну что вы пристали? Вот с этой дорогой. Я обещал, кто-то еще обещал. Как сделаем, мы вас пригласим на эту дорогу. Начинать. Ну вот это что, вот люди, все, а журналисты спрашивают.